Всем привет, дорогие друзья! С вами Клауд Алекс, и мы продолжаем кататься на карте побережья. И она по-своему сложная, по своими приколами крутыми. Я наконец-то поехал, заправил пустой МЗГТК, блин, как он там называется. Короче, МАЗ, с которого есть Тополи. Ракета Тополем или какой. И пытаюсь на нем поехать покататься, просто мне на нем интересно реально покататься было. Но нихера не поворачивай, как видите. А я карту разведу. Ну я тоже скоро-то приеду, сейчас я просто посмотрю, куда я лучше сыграю. А, ты же разведал карту. Кстати. Так я на другую точку еду. Ага, я пытаюсь на этом мазарка какой-нибудь выехать. Скажем, сюда, сюда и сюда на другую. А потом в эту сторону. Надо сказать, что заправку где-нибудь поближе. Я очень сильно не хватает. Ну блин, такая машина, знаешь, это МЗ, ну короче, который 7310, он прям такой эпичная машина, так смотрится классно. Но он без крана, он просто пустой. Но у него большая-большая проблема, то что он впереди, он для прямых дорог, грубо говоря, потому что впереди у него очень херовая... Че, я еще сниму тайну? Издевайтесь. А, да ладно, пофиг. Давай. Да ладно. Че, реально проехать не можешь? Можешь, вот, нормально. Наконец-то дорога. Блин, я по 100 раунд на нем получаю прям... Хотя мне все равно. Откатываясь назад уже получаю урон. Он жжет, конечно, собака, 46 литров топлива. Жесть. Блин, про разработчики поставили какое-то говно. Попробуй еще сюда его достанет за того масса говна. Да, кстати. Учитывая, что он достаточно херово по кочкам катается, большим кочкам. Это просто тут эпик какой-то. Эпик стайл. 7B, блин. Как класс у школьников. Написано. А, 7.6, наверное. Опа, какой-то мостик, либо даже желтый. Как-то обоссался там. Блин, все же, я урон получаю, ну реально на ровном месте прям. На Урале? На ровном месте, говорю, урон получаю. Ну. Ой, я что, гараж? Я гараж новый нашел. Там на очки завести. Да. Ну это хорошо, мы хотя бы можем там заправляться. Пока я имею не цистерну, но хотя бы этот. Машину. Давай, дорогой. Сколько тебе передач? Две передачи? И тут машина новая стоит. Может, у тебя три передачи есть? Три передачи у меня уже, как раз, на одном зарка. Четыре есть? Тоже крас, что ли. О, тоже крас. Круто. Три передачи, круто. Там крас или что за машина? Да, тоже. А где она, покажи? Посмотри. Смотри, где я нахожусь. Вот прямо ремонт, здесь. Она ремонтная. Так, кто там запущу? Вот прямо где ты стоишь? Попробуй доехать на этом. На этом. Вот очень боится камня. Смотрите, видите, урон прям, ну вот из воздуха урон. Машина, которая боится камня. Благо у него есть 1000 урона, может выдерживать. Не так страшно. Здесь. Но он очень быстро получается, вспомнил за то, что машина такая. Ты парковался. Он через речку кран стоит, подожди, или что? Тут какая-то речка. А ты через мост проезжал речку или как? Да. Блин. Это стрём. Ладно, поеду давить эти маленькие кустики, я что могу сделать. Интересно, совмещусь. Пытаюсь елку гнуть. Елка не бьется. Давай, дорогой. Понял, не хочешь, да? А с блокировочкой? Короче, мы сразу едем, хорошо.
Ох, какая-то скала. Мне бы еще не свалиться с этой твоего мостика, с моей длинной машиной. Подожди, как раз ты... А, вижу. О, ты что-то такое, за гараж? Да. Очки надо завести срочно. А он был с этим, с топливом там был, кому? Крайзик. Не, он с ремонтом. Ну топливо есть в нем, я имею в виду? Да, полностью. Короче, смотри, куда я машину ставлять буду. Я буду сбоку с тебя не снеси ее. Потому что мы ее там хрен перевернем. Я вон туда бы стоял. Я тоже в угол заеду, все поставлю. Я вот здесь ставлю, смотри. Все, запарковал. Пересаживаемся. Пересесть. О, так он топливо, он вообще классный. Я тебе говорю, полный. Как поехал? Туда... В точке? Ну поехали в точке. Блин, да куда... Тут везде скалы. Тут не проехать, придется объезжать вообще полный. Так не проедем или проедем? Не проедем. Точно? Да, назад? Там город. Да. Да что, за что, блин? За что это, блядь? Твою мать. Как он мог так зацепиться вообще? Подожди, у него ремонтные именно очки? Да. Жалко, что не гаража, так бы два касалось, два к этих открыли бы. Был прикол бы. Ну давай я поехал на дорогу тогда потихоньку. Вон гараж открытый. Ну закрытый, почему открытый? Не, она там версия открыта. Ну так сходи и скажи, чтобы... Эй, нормально, что охренели, что мы открываем? Мы приехали бухать. А, слушай, можно вот тут проехать. Зачем зря туда поехал? Куда проехать, скажите? Ты может, на мою машину прямо поехал, нет? А не, я лучше поеду, я думаю, что я быстрее доеду туда, куда я думаю. Давай, дорогой, поехали с тобой. Кстати, может, пойти свои в этот УАЗики, могу я могу отремонтировать твои. Ну потом съешь сам скот ремонтируешь. Что тебе няньки, что ли? Мне кажется, я сюда приеду, потому что здесь, во-первых, асфальт, то есть скорость выше. И как раз он заворачивается в нужную сторону. Тут хороший объезд, кстати. Я даже еду более-менее в правильную сторону теперь даже, смотри. Шикарно, осталось только повернуть, но в нужном направлении все. Смотри, где я, где ты? Почему ну, я стою на асфальте до сих пор? Сейчас налево один свернем, какую-нибудь тропинку и все. Так. А вот я нашел тропинку. Пары, давай. Да уж, тропинка называется. Ух ты. А тут проеду? Я сюда точно не поеду. Место херовое. Блин, я обожаю свой красный, он крутой. Давай-давай, что ты там сопротивляешься. Поехали, ты все можешь. Так, где можно налево повернуть будет хорошенько? Да уж. Не, я тут точно не проеду, тут везде лес. А я нашел все. Давай, забирай. Блять, 50 рун из воздуха. Как? А, нет, сюда. Как? 24. А, ну ладно. Починюсь, что. А у меня с собой ремонт за часть еще и парис точно. Ты сращенница. Давай по камням, да, будет, наверное, больно. Хотя не факт, не нормально. Больно. Так, давай. Ладно, ты забирай. Ай, слушай.
Надо какой-нибудь выкупить. Что надо? В принципе, можно уже. Слушай, а туда, это туда-сюда надо по 8 завести, да? В пилораму, да, в 2 пилорамы по 8 этих, он зависит от карты. Ну, нужно гараж открыть, и желательно, это, конечно, хорошее место в гараже как раз. Так что, ты, может быть, съездить бы, привез бы запчасти, или меня, не знаю, или, свой, может быть, свой джип почини там, не знаю. Хотя, мне кажется, на крас захлеще открыватель на мазах. Так, стоп. О, я почти приехал, я крут. На горку не могу подняться, офигеть. Давай, 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 ты же можешь, я же вижу, можешь. Давай, открывай. Я не могу чуть, открыть, чуть, я чуть, не могу на горку подъезд заехать. Давай, тяни. Тут такая горка жесткая, ты бы видел, как я не знаю, как я на нее заезжаю. О, есть зацепиться еще, отлично. Дальше. Слушай, я сейчас перевернусь таким темпом. А, давай, отцепляйся. Я же говорю, я приеду лучше. Ты просто не там поехал. Хотя там тоже наверняка можно доехать, в теории. Не, там много очень деревьев. Там я бы машину больше побил. Ушатал бы. Угу. Так, открыто. Да там узкие вообще. Тут горы какие, за каким горам ты ездил? Офигеть, тут горка. Да, горка, офигеть. Так, я выезжаю тогда вот сюда. Вот сюда. Где встречаем? Что будем делать сейчас? А, пойдем разведывать. А разведывать не поедешь? А, ты хочешь тестить запчасти? Давай затвезем запчасти, в принципе. Почему? Хорошая идея. Как раз таки. Да, да, хорошо. Сюда, на сюда. Сюда. По скалистой горе, сюда и в гараж. 700 метров впереди, ну ладно. Подождите, что я их куда там пинчачиваюсь. Может, мне как-то правее выехать можно нормально. Не хочу и туда ехать. Где встречаемся? На мосту? На гараже. На гараже? Ну ладно, как скажете, господин Алекс. Так, подожди-ка. Так, подожди, я сейчас... Давай встретимся, вот, видишь, где мост? Давай там встретимся. Я сейчас туда просто приеду. Я на асфальте уже. Хорошо? Вообще, ну давай. Давай, чтоб вместе, что там, там по денести кататься, так сказать, как Лафелком. Чё, Афелекс, чё ли? Ща, я доеду по-быстрому. Там уже скорость сколько там, катров 50, наверное, про четвертую передачу. Знаешь, чей классный крас? Он мало жрет, при этом неплохая проходимость. Да. Видишь, я уже приехал. Что делаешь, нам прямо? Нам не сюда. Нам сюда там, разве? Сюда, тут мост, ну. А, ну может был с двух сторон, ну ладно, поехали. Можно чуть дальше въехать. Просто ты выбрал путь такой с камнями. Ты там камни-то с левой стороны. Ну ладно, ладно, едем с Усанем. Показывай дорогу. Ты на чем, на Урале что ли? На Крайзе. А что ты Урал там кинул? А, подожди, да, ты же на Урале, по-моему, ехал, нет? На Крайзе. Так, теперь надо леса объехать. Ну, просто сейчас прямо едем и все. Не, я пометил, мне подожди, пункт. А, я не помечал. Там даже вдоль какой-то горы там въехать, там какие-то горы посередине там все. Да, видишь, скалы справа-слева. Ну, скалы вниз, все штуки, по-моему. Едь, короче, за мной, все, мы доедем. Ну, прямо...
Прямо просто по дороге видим сюда и сюда. Она прямо к гаражу ведет. Сейчас. Свет. Берем туда по два очка гаража и затаскиваем туда, и гараж открывается. Все. Угу. Все проще простого. На гараже там у нас, по-моему, ничего не стоит, так что ничего не позбиваем. Ну посмотри вот, наведи что? Камеру, не знаю, наперед. И едь. Знаешь, как классно выглядит. Классно, когда я врежусь. Выглядит-то классно, но, блин, но опасно, я ничего не вижу. Сплошное говно вокруг. Ну, в плане, дорога говно. Я понял. Ну что, раз не говно, говно? Чайте, на один плюс догоню. Посмотрим. Смотри, я уже догнал. Сейчас еще въеду в тебя. Спасибо, что подтолкнул. Ну тут на один плюс надо было проезжать просто и все. Ты что, ты какой-то херню занимаешься? Подожди, меня подцепи! Куда-то поехал. Ты что, застрял? Нет, ну как-то легче так же ехать. Давай. Давай. Ну так же веселее. Легче машина ездит. Все, отцепляюсь. Давай, один плюс врубай, один плюс. Один плюс, машина сразу начинает херачить, что дурная. При этом остается блокировка. Да. Очень удобно для быстрого перемещения по грязьке. Ну, из-за всяких там жестких кочек. Ну что, сцепляем эти очки? Очко. Так, камера опять-то неудобная. Я хочу освещение кабины, защиту кабины, запасное колесо. Я это уже все. Запасное колесо хочу, чтобы подремонтироваться освещение. Гаражные части, 200 очков. Гаражные части. Так, мне надо... А что мне стоит сейчас делать? Вот он. Стандартная резина или шоссе? Ну нафиг, типа шоссе. У тебя шоссе там много, что ли? Во. Так, все, у меня 200 очков гаражных частей, запасное колесо. Шикарно. Все, назад поехали. Поехали. Сюда, сюда. А? Потом сюда. Так назад просто едем и все. Ну, через реку я не поеду, в жопу. Да, сейчас я посмотрю. Я маршрут просто планирую сразу. Сюда. Я через речку не поеду, я пойду вот в объезд. Блин, полтора километра, 200 придется фигачить. Ладно. Ну все, поехали, разворачивайся. Ты где там? Сноу? Я сейчас тебе пульт поставлю. Кого? Ну, пульт. Распределил. Пульт поставил. Пульт. А, я уже все. Ты едь только не справа, не через воду там, через реку, а лучше с левой стороны едь. Как я сделал. Ну поехали за мной, я тебе покажу, как там. Иначе просто утонешь где-нибудь, я тебя потом не вытащу. На один плюс ставишь коробку и вперед. Даже если в грязь съезжаешься, на машина едет очень удобно. Но если чуть глохнуть, то сразу вырубу выключаю. Если видишь, что глохнуть начинает. Угу. Вроде вперед неплохо. Хотя вот сейчас что-то подвесил немножко. В конце подбуксовал, а так вообще хорошо прет. Все. А, 23 урона получил уже за это время. Ну ладно, мне свое ремонтное колесо, и там еще гараж мы откроем, починимся потом в конце. Ремонтное колесо. Мы же гараж открываем, в тончике чинимся и заправляемся. Так что норма.
Можно немножко машину побиться, ничего страшного. Стоп, быстро приедешь. Не отстаешь? Еду. А, отстал. Я до сих пор тормоз еще не, газ не пускал, на один плюс еду. Я тоже так же. Может, дают бонусы, там если газ не спускаешь, что-то там довести и дают какой-то бонус, по-моему, за это. Да. Но я сомневаюсь, что там через реку я буду на 1 плюс ехать. Хотя, почему и нет? Сейчас проверим. Что вытащишь? Тут тебя вдалеке так видно чуть-чуть. Ты красный фонарей. Давай, река! Берег! Ой, я потерял берега! Не глохни! Потерял берега! Не глохни, не глохни! Потерял берега. Только не смещайся, не смещайся. Нет, давай, давай, давай. Там едет Алекс. Уезжаем. Он страшный. Потерял берега. Он реально чуть не утонул, что смеешься. Какое несло вниз. Что ты делаешь? Так ты ешкин. Я менял. Кого ты там менял? Нет, на один плюс нормально заезжать, это просто в конце заглохло. Колеса, блин, менял. Колеса? Как ты колеса менял? Давай проверим, ты проедешь. А, ты хитрый, да? Сразу тебя решил ты. Молодец. Могёшь. Поехали за мной, то ты хотел ехать там, выехать направо, а там не выгодно, там 5 плюс через какую-то жесткую реку ехать там. Ты на плюс 1 едешь? Сейчас нет. Сейчас, подумал, сейчас вообще на обычную коробку включу. По асфальту, что. Даже полный привод выключу. Все. Просто еду. Поехали, поехали за мной. Там один асфальт. До конца гаража будет. Ты главное не засматривайся, а то улетишь с трассы. Бывает, так смотришь, такой, смотришь, да? Такой, видишь, уже не туда едешь. Автоматы, вырубай полный привод, автоматы, все, нормально трет. Хотя, возможно, полный привод мы дали. Да, полный привод ничего не делает. Нет так смысла, это... ну, только с топлива жрет и все. Да, на полном приводе сразу на 5 литров топлива больше жрет. Окей. Ну, вот и все, потихонечку по асфальтику. Допилимся, до гаража откроем, и все, уже гораздо легче будет. А потом будем открывать, да, эти черноболи, как их называют. Оставшиеся. Аномалии. Тоже должен быть чумас нормальный, ну тот, который супер проходимый. Угу. Можно, конечно, полстой поехать, но это извращение, тут очень сложно проехать. Лучше по асфальту там, по нормальному. Топливо даже меньше сожгем, сэкономим. Ну вот уже почти приехал. Слушай, это реально Россия, дорога что-то плохая какая-то. Ну как будто, думаешь, в Африке что ли дороги лучше какой-нибудь там? Не. Хотя да, глубинка такая российская. Ага, классно. Меня не врежется, поворачивать надо. Поднимаем, переключайся давай. Ну я тебе теперь. Блять, давай, я тебя зашею. Как же ты прыгаешь так по ямкам? Нифига я прыгаю. По ямкам. По камням, точнее. Там мост или что здесь? Да. Тихо, тихо, тихо. Давай, это давай, свой долбанный. Это ёлка мешает. Просто колёса надо вовы заранее выращиваешь, пока туда повернуться. Это ёлка мешает. Пока, Алекс. Я дрон, ни хрена. Я так и думал, что разобьёшься. Ты ж лошара, я же видел это. Иди ты. Ладно, цепляйся. Стой, стой, стой. Цепляйся, дурачок. Я не могу, мне я заглох. А, ну ты груз не потерял или потерял? Нет. Фух. Как он не теряется, только дерево не теряется. Не знаю, это, по-моему, все теряется. О, круто, как ты меня зовёт. Так, ты сможешь выехать сам? Да, я завидуюсь. Потерпи. Давай, Алекс, давай, давай, давай. Давай. Давай, мать твою. Подожди. Давай. Может быть, подожди, остановись.
Я перепаркуюсь. Получше сейчас сделаем просто. Какой-то просто взял, выкинул меня, блядь. Стой там. Сейчас я... Не хочу крас терять. Так я же тебе говорю, подожди, стой тут. Сейчас я здесь так и стою. А, я понял. Чтоб тебе легче было. Не через мозг же тебя тащиться. Стой, а если мне самому делаю? Сейчас доделаешься. А. Давай, цепляйся. Здесь я не перевернусь. Так, ну поехали, оправдаемся. О, круто. Круто, я пока не двигаю. Ну, лебедку включу пока. Тяни тоже лебедку. Все, нормально, спасибо. Я же так и знал, что ты, Алекс, сейчас свалишься. Я же говорю, я же заранее сказал тебе, сейчас свалишься, и Алекс полетел. Мне елка помешала. Ты спешил, потому что. Поспешил и Дина смешил. Ну, люди посмеялись. Мой крас там стоит около справа, не снеси его, ой, точнее, мой. У меня вон там стоит, мой мост. Так, я видел. Паркован класс. Сейчас слева стоит, у меня справа. Да, мы слева. Как ты его видел? Ну, я знаю, когда ты видел, как ты парковался. Чё? Все, я сгрузился. Давай, твои остались части. Давай, ачивку. У-у-у. Ладно, дорогие друзья, на этом мы с вами заканчиваем. Эту серию оставим, ну, весело, как говорится, чем дальше, тем веселее. Осталось нам, короче, еще открыть пару областей, и дальше будем возить лес, и там маз еще надо найти, где-то еще валяется маз, где-то на карте тоже, потому что я хочу на нем возить. Хотя бы, может, здесь, в принципе... С лесом, я думаю, мы помучимся. Я думаю, там просто через реку приходится приезжать, поэтому помучимся, конечно. Ну, надо маз набрать, чем-нибудь придумаем, короче говоря. С вами были Клауд и Алекс, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока! Пока. Okay.